В связи с резким ухудшением погодных условий в городе произошла остановка электроэнергии. Это привело к порыву труб, и жители соцгорода на время остались без холодной воды. Участки повышенного износа сетей, именно в данном случае водопроводных, получили гидроудар, в связи с чем произошло более даже 3 порыва хозпитевого водопровода диаметра 500, из которых сейчас 2 устранили, и на третьем участке мы сейчас работаем. Работает 7 единиц техники, 2 аварийные бригады, а водовоз, естественно, готовит в случае, если окончание аварийно-восстановительных работ, скажем так, будет задерживаться. На данный момент вода жителям подается в штатном режиме. Юлия Исланова, Шухула Баймухан, Жахангир Куанышбаев, новости Темиртау.